вечер, друзья. С вами Роман Парфенюк и канал «Все о монетах». Продолжая рубрику «Копии редких экземпляров монет», сегодня в этом обзоре я хочу вам показать великолепно исполненную копию константиновской рубли. Ребят, это одна из редчайших российских монет, изготовлена на Петербургском монетном дворе в небольшом количестве во время декабрьского междуцарствия в 1825 году. Известно 5 экземпляров с надписью на гурте и 3 с гладким гуртом. Особенность монеты заключается в необычной истории и крамольном характере ее создания. Замалчивание самого факта существование монеты привело к появлению различных версий и легенд, которые способствовали привлечению интереса к константиновскому рублю. На начало 2016 года 3 монеты находятся в музеях. Это первый музей Эрмитаж, в Государственном историческом музее в Москве и Смитсоновском институте в Вашингтоне. Остальные пребывают в частных коллекциях. Константиновский рубль является также одной из самых дорогих монет Российской империи. На аукционе 2004 года в Нью-Йорке он был продан за 550 тысяч долларов США. Экстраординарный интерес и стоимость данной монеты обусловили появление большого количества подделок. Самыми знаменитыми из них являются рубли Трубецкого, отчеканенные на Парижском монетном дворе по заказу князя Трубецкого. Ну, само описание монеты. Ну, смотрите, рубль отчеканен из серебра массой более 20 грамм. На аверсе монеты изображен профиль Константина Павловича. На реверсе монеты государственный орел и легенда. Рубль чистого серебра, 4 золотника, 21 доля. Текст надписи на гурте: серебра 83,1,3 пробы, 4 золотника, 82, 14,25 доля. Ребят, ну это я повторяю, это копия. Здесь что-то пытались делать. Заплечных дел мастера, так сказать. С Made in China. Ну так, попытка так себе. Выдержан вес, посеребрение, все очень хорошо как бы сделано. Но копия. Я специально держу альбом для копий и периодически время от времени пополняю эту коллекцию. Ребят, на этом буду заканчивать свой обзор. Более подробное описание истории создания этой монеты будет ниже этого видео в описании. Кому интересно, читайте. Не забывайте оставлять комментарии, ваши отзывы. Мне очень они важны. Ставьте лайки, ребят, подписывайтесь. Спасибо за внимание. С вами был Роман Парфенюк и канал «Все о монетах». Всего доброго вам.